Всем привет, с вами Галактики, и это неожиданно начавшийся The Binding of Isaac, начавшийся где-то с середины, ну, даже, наверное, не с середины, а со второй половины игры, и тем не менее длящийся полчаса практически. И все эти полчаса будут дальнейшие без моих комментариев, потому что я записывал это видео очень-очень поздно вчера, когда у меня уже все спали, и я просто физически, в общем, не мог просто... как бы делать это со включенным микрофоном. Поэтому я записывал без микрофона и без музыки, слушая свою музыку ВКонтакте. Бодрячком, было весело, классно, я очень далеко зашел, и просто я не мог ни выложить, ни записать вот эту такую удачную попытку. Да, не сначала, конечно, но в начале видео я открываю, ну, нажимаю Escape, и вы сможете так визуально посмотреть, какие вещи у меня взяты. И да, с вещами мне очень сильно повезло. В самом начале я выбил Митру, которая значительно увеличивает шанс на появление синих сердец вместо красных. И тут понеслось. У меня огромное количество синих сердец, которые просто не заканчиваются. Благодаря огромному количеству денег, игровым автоматам, я набрал... Я даже представить не могу, сколько там было синих сердец. Потому что вы, наверное, не увидите, да, я все-таки повырезаю те моменты, когда я просто сижу по минут 5, по 10, наверное, может быть, даже просто и тыкаюсь об эти автоматы, пока они не взорвутся. Потому что деньги, просто не заканчиваются. И с одного игрового автомата мне выпало только картами, выпало 3 карты «Стальные яйца», и это уже 6 синих сердец, с одного игрового автомата только. С других тоже выпадали такие же карты, но вот с одного очень было показательно, мне буквально 3 в подряд карты выпало и 6 сердец. Плюс выпадают постоянно жизни, и так как у меня Митра, да, Митра, у меня получается вместо красных сердец выпадают синие сердца. И... Их настолько много, что просто вся игра у меня превратилась вот в такой фейс-ролл, как называется, да? Такой жаргон специфический, я знаю, может быть, для всех понятный. Это просто лицом по клавиатуре. Можно даже... Я уже так вот, там будут места, где видно, что я даже не пытался, по-моему, уворачиваться от снарядов, от вражеских выстрелов. И от врагов уходить я даже, по-моему, не пытался. Ну, оно вообще у меня броня включилась, все. У меня безумно сильный урон. Получается, у меня эти паучьи глаза, которые дают четверной выстрел. У меня камень сразу практически появился в игре, который увеличил значительно тоже урон. Плюс у меня есть, по-моему, знак я взял в комнате дьявола. Или тут где-то еще возьму, я уже не помню, где я его подобрал. Потом в конце еще я и гвоздь подобрал, который еще, по-моему, урон увеличивает, если я не ошибаюсь. Если я правильно понял, как он работает. Ну, в общем, это... Это да, это было настолько круто, что просто лицом по клавиатуре, можно даже на кнопочки там особо не нажимать, куда а все равно все поумирают, все равно, не Айзек, а Каин, да, я Каином играю, все равно Каин выживет. То есть, настолько он у меня разодетый получился. Это рандом, это не скилл, это совершенно не скилл, это ничего, просто повезло. Тут... Мне хвастаться нечем, на самом деле, это просто повезло. Скилл может быть, да, может быть там, нет, кого я обманываю, какой скилл, о чем я вообще говорю, это просто рандом. Тут вот будет просто, я же говорю, вот, очень много мест, где видно, что никакого скилла, я даже не пытаюсь уворачиваться снарядов, ничего вообще нет. Просто реально очень-очень-очень сильно повезло со шмотом. У меня даже была... Книга Откровения, я ее даже брать не стал. Она мне была просто уже не нужна, на самом деле. Я ее взял, использовал, сердечко получилось, с ней все и выкинул. У меня огромное количество ключей, много бомб, которыми я все нахожу все уже. Я подумал, почему бы нет? У меня огромное количество бомб, почему бы не поискать все секретные, все суперсекретные комнаты? Ну, что я, собственно, делаю. Много, очень много денег, которые я все сливаю на игровые автоматы, плюс жизни, все красные сердца я старался сливать на
автоматы по сдаче крови. Потому что, когда они взрываются, когда они перенасыщаются моей кровью, ну, это, да, всегда тоже в рандомные моменты наступает, но из них может выпасть, по-моему, два предмета всего лишь. Один — это предмет на пробел, который такой портативный автомат по сдаче крови, который, ну, работает лично такому же, только на пробеле. Он у меня, по-моему, тоже где-то здесь будет. Или может выпасть пакет с кровью, который увеличивает количество красных сердец. По-моему, один или два я точно взял за эту игру. Ну, да. Тут, я не знаю, говорить просто больше нечего, потому что тут все настолько удачно сложилось, что да. У меня даже есть полет. По-моему, предмет, который полет мне дал Fate, называется. Это там судьба, если я не ошибаюсь. Почему-то выглядело как голова синего мальчика. Да. Ну, неважно. Все, на этом я замолкаю. Приятного вам просмотра, если вам, конечно, будет интересно смотреть. Если нет, можете просто перелистать в конец, посмотреть, чем все закончилось. Мне на самом деле это не важно. Просто я хотел, ну, не знаю, так сказать, для отчетности, что ли, выложить еще одно прохождение. Все-таки это одно из прохождений, где я зашел очень-очень-очень далеко. Очень. Это первое прохождение, точнее, когда я дошел настолько далеко, вот так вот. Все, ребят, приятного просмотра, пока, и увидимся в следующей серии.
Thank you.
Yeah.